Рита, привет. Дорогая моя подруженька Ритуся, я хочу тебе сказать, что в каждом сообществе людей существуют энергетические центры. И, безусловно, в сообществе московских рок-музыкантов, да что там, российских рок-музыкантов, один из главных энергетических центров – это Маргарита Пушкина, то есть ты. Я в этом абсолютно убежден, я это знаю. И также я знаю, что тебя все любят, все уважают. Ты написала колоссальное количество прекрасных текстов для наших рок-групп. Некоторые из этих текстов просто исторические. Один текст ты даже умудрилась записать для меня, за что тебе отдельное спасибо. Но люблю я тебя не за это. А люблю тебя просто потому, что ты моя подруга уже много-много лет. Эй, сестренка, только без слез лучше выпьем да споем. Эй, сестренка, выше нос не пропадем. Да, и ты должна помнить, что свой главный шедевр ты уже написала. И зовут этот шедевр Зоя Столыпина. С днем рождения, моя дорогая. Целую, твое здоровье.